Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул буду снимать для вас видео. Продолжаю тему славянских ритуалов, которые почему-то не показывают у нас, так сказать, или просто не знают, прикидываясь знающим всякими какими-то там ведистами, фигистами и так далее. Сегодня у нас простой славянский ритуал от бедности, то есть, по сути, вылезти из кобылы бедности или кредитов. У кого какая ситуация? Что нам понадобится для ритуала? Это и любая коричневая ткань, вот, или темная, или красная, или коричневая. Вот. На ней можно, можете купить соль, в принципе, для ванн. Я люблю для ритуалов использовать это соль для ванны. Она такая желтая, яркая, видите, да? Вот, с маслами и так далее. Нам нужно с травами ее смешать. С травой мятой. Запоминаем, да, или маслом мяты, соль смешиваем, можно обычную, вот, морскую, смешиваем и выкладываем данный символ. Вилы, да, то есть выкладываем семью, так сказать, вилами. Дальше квадратик, от него лучики выходят такие, да, от квадрата. Потом линии проделываем квадратами тоже и крест, квадрат и крест. Так, лучики здесь есть, и здесь как бы заканчиваем уже такими вилами, вот. То есть это все соединяется, конструкция славянская. Нам понадобятся желтые 4 монеты, можно десятчики, вот, можно, как говорится, 10 копейки и так далее. Можно старинные вообще монеты. И 4 свечи любые, вот, 4 свечи. Делаем следующее, ложим сюда монету в кружочек, да, то есть 4 монеты ложим в центр, вот. Ставим свечки, то есть вот сюда, да, 4 свечки ставим на монеты. Можно какое-то подложить что-то туда или подсвечники поставить и на них. Вот, вы это расклали, зажгли. Нам понадобится также молоко, естественно, с медом снова для духов. Вот, диви или прави. Вы, естественно, это все выклали. Молоко, естественно, стоит с медом, как говорится, да, крынка. И своими словами зажигаем по часовой стрелке, то есть эту, да, по часовой стрелке зажигаем свечи обычно и просим духов вам помочь выйти из бедности, избавиться от крытой дороги, так сказать, выйти из кредитов, какие если кредиты в Куаске-то появились, да, вот, избавиться из этих долгов. Вот, вы попросили своими словами хотя бы 7 раз, потом представляете, как сгорают свечи, если хотите, можете привязки где-то здесь положить, тоже как бы приветствуется. Потом догорают свечи, вы вместе с солью это все собираете, не в первый день, а на следующий день, это все должно отлежаться, да, вы это собираете, монеты, естественно, вы забираете, отскребаете, отмываете, вот, и ложите в кошелек. Или там, где хранятся деньги. Огарки свечей, которые соскребли, если они, конечно, остались восковые, вот. Вы, как говорится, огарки и соль эту относите под дерево у воды. Что-то у меня прям камера наклоняется, прям жуть как. Вот. Видите, постепенно почему-то наклоняется она. Вот, вы это относите, естественно, под дерево у воды, а молоко там с медом выливаете, можете крупы добавить в дар, и все, где-то в течение недельки вы избавляться начнете уже от проблем. Ну что, всем удачи, успехов, с вами был Александр Чур, ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи!